поляки стремятся получить свой реванш. Вот эта сила, она хочет стать важнейшим центром европейской доминации и получить для этого максимально... Это нормально для любого государства, которое чувствует свою силу. И вот здесь Беларусь становится самой большой проблемой польско-американской политики. Без Беларуси восстановление и реинкарнация Речи Посполитой ни в каком формате невозможно. Пока не закрыт белорусский балкон, это невозможно, как невозможно там, петля анаконды, удавка вокруг Российской Федерации. И объективно укрепление белорусской государственности для прагматических российских державников должно быть альфа и омега. Укрепление, не разрушение, не попытки нас аннигилировать или еще что-нибудь. С учетом той доктрины, того поведения, которое мы демонстрируем, начиная с 91 года. Потому что у нас, да, 91-94 это особая песня, там была разновекторность, но вот по-настоящему разновекторность. Но начиная с 94 года, с прихода к власти Лукашенко, Беларусь очень четко занимала четкую, адекватную позицию. Как бы ни клеветали там на внешнюю политику страны, вели себя достойно, мы ни разу не нарушили ни одно соглашение с Российской Федерацией.